Красиво жить не запретишь, если, конечно, методы заработка не подпадают под статью Уголовного кодекса. Двое 29-летних рязанцев, организовав полноценный конвейер по производству и реализации различных наркотических средств, полностью подтверждают данную теорию. Фактически в то время они научились совершать преступления по сбыту синтетических наркотиков, используя сеть интернет, Киви-платежи, другие электронные системы платежей, а также используя закладки в различных местах города. Почти 3 кило марихуаны и 470 грамм синтетики. Это концентрат. Из данного сокровища, в кавычках, на выходе получится 1000 доз. Каждая стоит в среднем 1500 рублей. Неудивительно, что за такие деньги ребятам придется немало отсидеть на таежных, хорошо охраняемых курортах. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и наиболее активные члены решением суда помещены в следственный изолятор. Самым горьким в этой ситуации является то, что самый активный участник группировки имеет два высших образования – юридическое и психологическое. И если уж человек с таким складом ума не нашел себе в жизни более достойного занятия, нежели наркотиками людей травить, то тут уж о нашем общем будущем и задумываться страшно.